В Жлобине поддержать якобы бастующих людей на БМЗ приехала Мария Колесникова. И вот что получилось, когда она встретила не свою массовку, а настоящих рабочих. Они укрепляют обороноспособность и экономику страны. Здравствуйте, товарищи! Я начальник Гомельского гарнизона, полковник Кривоносов Андрей Владимирович. Посмотрите, сколько людей с одной стороны, да, на стороне Гомельского военкома, и сколько людей за моей спиной, которые пришли поддержать Марию Колесникову и друг друга. Именно этого и добивается власть. Она добивается, чтобы мы друг друга ненавидели. Пожалуйста, соблюдаем спокойствие и уважаем мнение всех членов белорусского общества, правда?